На площадке возле первой городской поликлиники с самого утра звучала музыка. В День здоровья здесь решили провести День открытых дверей. Прием врачи организовали прямо в холле поликлиники. Здесь можно было измерить давление, рост, вес, получить консультации или даже сдать кровь на сахар. Кстати, теперь в первой поликлинике можно сдать любые анализы, которые позволяют выявлять серьезные заболевания на ранней стадии. В новейших лабораториях теперь есть все необходимое оборудование. Вся инфраструктура создана, именно медицинская инфраструктура, она сегодня нам не то что позволяет, она сегодня нас направляет на то, чтобы мы проводили подобные мероприятия. Это, конечно, только, скажем, середина пути. Мы это будем развивать и в дальнейшем. И как можно чаще, по возможности, будем проводить эти мероприятия. Получить советы врачей можно было не только в городских поликлиниках. В парке возле летнего театра тоже организовали прием. Одним из главных постолимпийских наследий должно стать общественное мнение, такое, которое позволит вот всем сочинцам в едином порыве сказать: я хочу быть здоровым, я хочу жить долго, красиво и счастливо. А для этого у нас есть абсолютно все возможности сейчас. А для этих бабушек секрет хорошего самочувствия не только в регулярных обследованиях, но и в активном образе жизни. Занятия в клубе «Бодрость» Людмила Василенко ведет уже много лет. Сегодня оздоровительный кружок посещает более 40 пенсионеров. Зимой в зале гимнастика и упражнения на дыхание, летом группа перебирается на пляж. Самый задорный возраст у всех – это такие люди. У нас такое есть правило – не унывать. Никакой хандры не оставляем, мы все оставляем все за стенами зала. Оздоровительный десант высадился и на площади у Мурпорта. Здесь вот в таких палатках можно было узнать все о способах борьбы с курением. Измерить объем легких, консультации давали и детские врачи. Рассказывали, что такое кариес и как с ним бороться. Другие специалисты предлагали узнать свой биологический возраст. Его определяют по работе сосудов. У Петра Плотникова он оказался на 5 лет меньше фактического. Такие процедуры, как биологический, как давление, да, как там кардиограмма, основные функции, да, организма, они должны, ну, человеком быть изучены досконально, а мы это никогда не делаем. А вот это нам дает, да, шанс такой прийти, погулять и как раз узнать свои результаты. Причем хорошие результаты. Можно сказать, не пустое времяпровождение. Да. Пока взрослые мерили давление и советовались с врачами, дети отмечали праздник по-своему. Для них здоровье – это активный образ жизни. На всех площадках города дети участвовали в эстафетах. А юные чемпионы на своем примере показывали – спорт – отличная альтернатива вредным привычкам. Это главный путь к крепкому олимпийскому здоровью. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.